Miruvalı şey. Şen racigari. Şen cili, şen deyide ona da bir Я вчера думаю, что говорю, эти огромные цифры, всего столько я не могу. Ну, наверное, почты, наверное, какое-то другого разнообразия. Как у нас советское, когда появился этот Макдональдс, самая длинная очередь в мире была. На Пушкина. Не-не-не. Скажи что-нибудь. Привет! Привет! Ты нас отправила сюда. Тогда сколько мы? 13 тысяч. Как интересно. А сколько они стоят? 10 лет. 10 лет? Магазин 40, 50 стоит. У меня просто много, я нужен. Чем их кормить? Морковка, яблоко, зелень, сухари. Просто капусту нельзя. Капуста не разрешается. Это для детей покупают люди. А живут они сколько? Конечно, 5-6 лет. Такой милый. Да и спокойные такие, что вот рубль светит, вот черный есть, бабочка есть. Все, посмотрите. Ой, какие. Да у нас кошка, мы просто подивиться. Ничего не жалеет кошка. Кто покупает всех собак и кошки дома? И то ни одной, ни две. Тело ваше, вы знаете, ваше тело, я говорю, вообще кошка не трогает, ему ничего. Вот зубмагазин, там, посмотри цены, 180 лар стоит. Черепашье озеро какое-то. Ты там она не видела.
Вино, кофе, бесплатно. Азербайджанский кошник, вот там сидели в ресторане. Да. Тебя сфоткали? А это вон ресторан, где я песни пел, бабки, которые вон они. Да. Горгосали. Горгосали. Вот такие улицы. Самое удивительное, что здесь люди живут простые, не только гостиницы. Здесь улики, здесь тетка живет. К ней не подобраться. Вот если что случится, здесь такие переулочки, туда даже машины. Вот, посмотри, вот как можно, да, холодильник отвести, да, допустим, а человек приезжает. А вот крыши сидят, вот дома. И они вот тут уже будут. Ну, ночью мы не будем, а вот так вот. Это уже есть? Она тут одна, да. А люди потом спускаются? А, можно, да, туда спуститься. В телефон. 20 лет. 50. Я не пойду вниз. Может, 12.50 сэкономить. Так, сейчас держите. Давайте держи ее. Да, тихо, ты не бойся. Они всегда так. Ты не ездила, что ли? Ездила. Ну вот. Я мужчина. Выходи. Мужчина? Что? Я сильная. Так, определенно отсюда надо на телефон еще поснимать. Подожди. Давай, Петюшу. Камеру вытащим. Здесь не селфи. Почему? Не знаю, как здесь как-то селфи делается, но я не знаю как. Так, она выключилась. Ну такое бывает, где она говорится. Вот. Мы сначала сотрудничаем. Красиво! Снимаетесь? Вон там что-то. Сейчас он пока настраивает. Все? Я еще пока настраиваюсь, еще не подождите, я скажу, как закуплю. А куда вы пошли? Все? Нет. И все. Батарейка села? Нет. Давайте прямо пешком. Все. Еще чуть-чуть. Хотите, я вас фоткаю всех? Так, а теперь буду фоткать. Все, улыбаемся. Давайте я вас фоткаю. Я умею тоже фоткать. Все по максимуму, по минимуму. Чуть-чуть перед светом уже никуда. Отойди. Потом я вас фоткаю все. А я пойду пока что сюда. Вот такой вид тоже здесь. Красивый. Да.
Что вы с собой... А. Ты ее хоть выключаешь или она все снимает? Вам как выключить? Конечно. Давай, ты должен что-нибудь сказать. Привет. Вот такой вид. Да. Идите сюда. Давайте я ее знаю. Остановись, Диана. Я пока видел. Себя видишь? Я в работе. Здесь вот фотку на фоне. А мы вот в эту сторону, да.